ребята, с вами Сэм на канале Мисс Сани. Сегодня мне папа с мамой купили новый телефон. Привет, друзья. Ну что, Саня хочет с вами поделиться новой своей покупкой, приобретением. Мечтала очень, да? Училась хорошо, девочка, все. И сейчас мы покажем этот новый ее телефон. Да. Ну давай будем смотреть, Саня. Давай. Чуть не упала. Ну вот, вот такой вот. Вот такой вот милашка. Ну давай, открывай. Я не могу. Ну, короче, я тут вот дату написала, все написали. Ну, короче, давайте открывать. Это как-то. И опять Сярка с Пиписом. Вот запакуют. Ты, а может, тут надо, знаешь, с ножницами какими-нибудь, нет? Красивее. Нельзя же показывать. Ну что? Ай, вот, смотри. Вот. Нет, давай уже будем без паузы. Давай будем уже, если что, давай вот так вот, как есть, так на самом деле. Вот так все и снимем. Вот, молодец. Видишь, как тут наклеечка была. Тут еще, да, сюрприз. Вторая, да, наклеечка. Короче, очень был сегодня у нас долгим день, да? Очень долгим. Очень долгим. Поэтому вот эта штука... Смотри, тебе звонит твоя БФФ. Сейчас. Давай, ты ей скажи, что перезвонит, сейчас, да? Сейчас напишу быстро. Ну, давай, напиши. Короче, друзья, мы так сегодня устали. У нас такой сегодня долгий был день. Ну, а Саня, вот, смотрите, за свои услуги... Получила сегодня телефон. Конечно, не знаю. Я кстати, ну, короче, знаешь, давайте... а мы попробуем сравнить с моим телефоном, если что. Да. По, ну, поэтому, по его, как он на ширину и вообще по своим этим. А что она по-другому не открывается? Он же ее тебе открывал в салоне и закрывал? Нет. Ну вот, слушай, не открываем еще. Саня, ну ты не смеши меня. Ну это что? Пиздец. Вот это вот. Давай с палочкой суши. Это совсем... Ай, она под эту... Да? Ну я поняла. Давай я тебя попробую немножко помочь. Вот эта вот штука, вот. Это белая. И она не стирается. Ну давай тогда ставим на паузу. Да. Сейчас принесу какой-нибудь ножик, хорошо? Сейчас я тогда, подожди. Открыли. И сейчас раз, два, три. Он у тебя большущий, Саня. Он больше, чем мой телефон. Давайте эту пленочку сейчас. Я не хочу его замарать. Так ты его не замараешь. Ну-ка. Ой, он у тебя какой красивый, беленький весь. Да, такой, как, знаешь, раковина внутри бывает. Что тебя пакует? Тут видишь такой мешочек был. Телефон потом посмотрим. Сейчас давайте распакуем. Нет, подожди. Давай сейчас все внутри распакуем. Ну давай, что там входит? Тут наушники. Молодец. Давай посмотрим сразу. Качественные, да? Да. А потом надо будет в карточку уложить и посмотреть, как он работает, да? Все. Управление, да, панели. Ну вот. Обычные наушники. Нет, ну покажи немножко. Вот, просто. Ну, такие, наверное. Да, простые. Как у тебя. Да, совсем такие же, да, точно. Вот. Да. И опять неровно. Да, ну потому что на одно ушко больше надо. Ну, что там еще у тебя? Волшебный Samsung. Зарядка. Зарядочка идет к нему. Вот. Раз, два. Подождите. Люди, подождите. Раз, два, три. Да, вот всё. Такая вот. Маленькая. Вставляем. Да, будет у тебя. Ну, супер, Саня, я тебе могу сказать. Вставляем. Супер. Вот зарядочка. Да. Ну и... Всё. Давайте сейчас рассмотрим телефон. Мне уже
Нет, еще не все. Еще не все. Ну тут книжка. Ну да. Вся, знаешь, наверное, ой, если ой, там что-то не ой, знаешь, красивенько открывай себе ее. Ну-ка, давай. Да, там книжечка. Наверное. Да. Да, 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 да. На всяких языках. Ну, у тебя что? Или русский, наверное, или будет, или английский. Или я, литовский. Я очень сомневаюсь, что на литовском ну, языке. Все собираем будет. Назад. Да, ну-ка. Хорошо, молодец. Ну, все. Начнем с телефона. Вот такой вот. Ну, очень красивый. Вот это так вообще. Ну, очень. Ну, давай попробуем сравнить. Да. Давай. Мой больше. Насколько больше. А где твой старенький, где твой этот совсем бедолага военный, как бы сказать уже? Ой, какой я старый, совсем престарый. Давайте сейчас включим. А карточку, а там еще вот, вот видишь, вот такая вот, видишь, такая вот это есть зачем? Вот, фишечка. Это зачем? Вот эта фишечка, короче, я она для карточки. Ну, давайте все эти убираем. И истинный момент. Я еще прям. А он тебя не включится, потому что у тебя карточки там нет. Как он тебе включится? Он уже включился. Посмотрите, как Саня она. Мама, ты снимай! Слушай, ты вообще, я не знала, что ты будешь так. У тебя тут еще, смотри, да. Давай, давай, срывай, срывай эту пленочку. Еще, вся. У тебя весь телефон в ней. Еще есть? Ну да, но сейчас уже не буду. Starting Android. Let's go. Ну давай, посмотри, какой хочешь язык. Ну-ка, или русский, а может есть... Нет, я литовский не хочу, будешь, я да? Литовский. Ну да, вот. Вот, молодец. Пермин. Вперед это значит по-литовски. Ну вот, уже все, видишь? Ну и тут уже все, на тебе надо карточку улаживать, и там уже все, Сани. Будем фотку одну на память, потом обязательно сделаем тебе, да? Чтобы да. было у тебя. Давайте. Мне очень нравится, снимем. Знаешь, ну давай, снимай ты ее, всю эту пленочку, я не знаю, почему она там. Вот, она вокруг его вся была, да? Угу. И она очень... Такая сильно. Липкая она очень, я смотрю, какая-то у тебя. Вы посмотрите на эту красоту. Ну, приложи к кушку, я посмотрю, как он тебе. Ну, очень хорошо. Да. Ну что, будем тогда влаживать карточку и потом. А давайте сейчас вложим, вложим карточку и я тогда. Давай еще поснимаем, да. Я... Ну вот, мы уже все подключили. Вот. Ну давай, Саня, покажем мы с тобой, вот, как это вот, все управление вот, у тебя. Тут вот так вот с пальцем нажимаешь, ну, по отпечатку пальца. Да. У меня тут одна уже смс-ка. Кто первый тебе? Привет! Лилия! Что тебе написали? Привет! Здравствуйте! Все параметры тебе пришли, да, ММС? Да. Ну все, молодец! Ну что, ну, Саня, короче, будем уже, внедряться, уже, да, в новый мир, я, Samsung? Короче, уже Awaken Life вот уже могу играть. Начинается. Все! Угу. Давай покажем все иконочки, как выглядит, потом уже будем играться в Awaken Life. Саня, давай? Ну, давай. Давай, выходи. Ну, вот, тут вот как нажимаешь. Вот тут как нажимаешь. Вся панелька. Да, вот тут все есть. А давай сделаем, какой у тебя... Ну, просто вот так теперь, чтобы был экранчик красивый, какую-нибудь закладочку такую. Я не знаю, где у меня... Они где-то должны быть, знаешь, где? Я не знаю, вот. Наверное, тут, смотри. Где? Сделаем. У меня тут все, эти, все фото. Давай. О, вау! Это я тогда фотографировала. Ой, тут очень много всего. А есть ли фирменные этого телефона закладочки, как у меня? Нет, это не может быть, это должно быть. Но нет. Вообще пусто? И тогда нет, это моя, это же. Ну, когда я свой... Та же камера же, карта. Так карточка, да, но ты войди в самый телефон Samsung, в эти закладочки, где? А вот я теперь думаю, где у тебя, подожди, где они могут быть? Вот, вот,
Смотри, сколько у тебя я тем, сколько всего, Сани. Вот, я вот это хочу. Такую хочешь? Ну давай. Там смотри, какие есть красивенькие. Смотри, Са. О, вот это какая? Нет. Смотри, давай посмотрим. Нет, не очень. Ну давай все нет, посмотрим. Нет, это классно. Это такая вот есть. Зелененькая такая красивая очень, да. О, золото. Ну, под новогодние уже, знаешь, какие-то могут быть настроения немножко лучше, что-то пока... Вау, вау. А если какая тема там с кошечками, например, собачками или какая-нибудь такая животная, нет? Подожди. И все? Там что-то написано. Там что-то было у тебя. 0% Быстрее. А 100. Сколько заряжен телефончик? Как зарядка? Пол, да, батарейки? Да? 52%. Знаешь, какие, да, есть условия, чтобы он совсем вырядился, и потом его только загружать. Теперь на ночь ты его не загружай, пока он совсем не вырядится, потому что, когда новый совсем телефончик для вот этой батарейки, или как там сказать, да, для аккумулятора этого, ему очень хорошо, когда он совсем-совсем до самого нолика выгружается. Вот, я нашла все. А что тут, смотри, это, Саня? Это клавиатура, это все синхронизировалось с моим планшетом. Ура! Пойдем в Авакин посмотрим, давай. Саня. Я не могу, мне надо посмотреть, у меня там... Ну все, я тогда тебя оставляю в Авакин Лайф, ты давай тут смотри. Русский. Короче говоря, дай 5. Давай я тебе немножко, как репортер, задам несколько вопросов. Давайте. Расскажи, как тебе телефон новый? Классно! Очень понравился? Да. Рекомендуешь другим? Да. Ну, чем он лучше, чем, давай сравним, чем айфон? Я айфона никогда в жизни не имела. Ну, папы, например, айфон. Ну и как? Не, айфоны. Нет? Не хочешь? Нет. Мы сегодня там много телефончиков трогали, знаете. Да. Ну, я не знаю, айфон у меня такой, немножко он не детский, может, для взрослых. Почему? Да? Но мне вот Samsung мне нравится, как-то, ну как-то вот, ну как-то, не знаю, мне, ну просто. Ну что, Саня? Нет. Все, я тогда тебя оставляю. Ставим лайки, подписывайтесь, и всем пока, пока-пока. Нет, я сейчас... Что ты там будешь играться? Ну, это все засосалось, теперь болото девочку надолго, мне кажется, недели две. Может, Саня, все уже больше каких 2 недели не встречаемся? Я согласна. Ты согласна? Какой ужас. Чу. Ну все, хорошо, пока-пока, мисс Саня. Пока-пока.